сложно комментировать такие матчи. Локомотив нас сегодня просто переехал. Не были готовы, мне кажется, как-то ментально к такому напору. Можно, конечно, всевозможные объяснения найти, но если такой счет на табло, тут нечего комментировать особо. Это только начало. Самое основное для нас, для наших показателей, будет игра с Москвой 9 числа. Да, есть некие минусы, и надо их сейчас будет разбирать. Все равно и выиграли 3-0, вроде бы и легко, но были казусы и моменты, над которыми нужно работать, потому что «Динамо Москва» это не простит.